Итак, садимся поудобнее. Ноги, руки не перекрещены. Ноги стоят под 90 градусов под для кресла, да, то есть, чтобы ноги были под прямым углом. Спинка ровная, и чтобы сзади у вас было на что опереться. Закрываем глаза и настраиваемся на практику. Делаем медленный глубокий вдох через нос и спокойный выдох через рот. Снова делаем глубокий нос, вдох через нос. И выдох через рот. Опускаемся из своего... Сейчас я выключу микрофоны немножко. Девочки не знают, как выключить, значит, я им выключу. И опускаем внимание из центра головы в центр груди. Отпускаем все напряжение. Отпускаем все свои мысли. Погружаемся полностью внутрь себя. Спокойный, медленный, глубокий вдох через нос. Набираем полные легкие. И выдох через рот. Выдыхаем все напряжение. Выдыхаем полностью все, что напрягает, отвлекает нас. Погружаемся внутрь себя. Еще раз медленный глубокий вдох. Проговариваем «Я». На выдохе «Есмь». Снова вдыхаем «Я». Здесь. И еще раз вдыхаем «Я». На выдохе полностью расслаблен, расслаблена. И давая команду своему телу, расслабляем его. Еще несколько глубоких вдохов, выдохов. Полностью расслабьте свое тело. И сейчас открываем глаза, находим точку перед собой. Делаем медленный глубокий вдох через нос. Рассредотачиваем свое внимание по горизонту максимально влево, максимально вправо, максимально вверх, вниз. На выдохе выдыхаем полностью весь воздух из своих легких. Полностью. И задерживаем дыхание. Сосредотачиваем свое внимание на задержке дыхания. Держим ровно столько, сколько вы можете удержать. И делаем вдох через нос. Набираем полностью воздух в свои легкие. И переносим точку внимания над головой сантиметров 10-15. И сосредотачиваем внимание на этой точке, задержка дыхания. Держим ровно столько, сколько можем удержать. И делаем выдох через рот.
Переносим наше внимание вперед. И на расстоянии метра, как бы раздвигая пространство перед собой. И задержка дыхания. Делаем вдох через нос. Вдох. Точка внимания и сознания над головой. Внизу получается всегда задержка дыхания меньше, чем вверху. Задерживаем дыхание и концентрация внимания именно на задержке дыхания. Задерживая дыхание, максимально расфокусируем свой взгляд и видим одномоментно все, что находится перед вами. И охватывая чуть-чуть то, что находится сзади. Продолжаем дышать, каждый в своем темпе. Вдох, выдох. Помня о том, что выдох мы переносим внимание перед собой. Как бы раздвигая пространство впереди себя. На вдохе стараемся увидеть все, что еще и сзади нас находится, охватывая все пространство вокруг себя. И с очередным выдохом закрываем глаза. И открываем свои внутренние глаза. Просматриваем свое тело. От кончиков пальцев ног до макушки головы, до кончиков пальцев рук. Дыхание свободное. Просто знакомимся с собой изнутри. Осознаем свое тело, какого оно объема, какая температура тела. Если где-то дискомфорт, направьте туда свое внимание и с выдохом выдохните весь этот дискомфорт. Тело еще больше расслабляется. И если есть возможность, вы можете прилечь. Почувствуйте, как ваше тело соприкасается с воздухом, с одеждой, со стулом, на котором вы сидите или, возможно, лежите. Как соприкасаются ваши стопы с полом или со стельками вашей обуви. И вы уже погрузились в свое тело. Ощутите объем этой энергии.
чувствуете, какая это энергия? Какой вам энергии не хватает именно сейчас? Энергии радости, любви, творения, созидания, мира или, возможно, денег. Деньги – это равно секс. Если кому-то захотелось энергии денег, знаете, вам не хватает энергии секса, сексуальной энергии. И определите для себя, какой именно энергии вы хотите сейчас, на данный момент, добавить себе. Пусть это будет энергия любви и мира. Вы можете взять любую другую. Делаете вдох и расширяетесь до размеров сферы. Это в 2-3 раза больше объема вашего тела. Возможно, у кого-то больше. Как есть, так и правильно. Расширяйтесь до размеров сферы. Осознайте границы этой сферы. Почувствуйте, что все это пространство заполнено вашей энергией. Вашей энергией. И вы с каждой точки пространства можете уже наполняться энергией мира и любви. Делаем вдох и расширяемся до размеров здания, в котором мы сидим. Лежим, находимся. И ваша энергия уже заполняет полностью это здание. Осознайте границы этого здания. Осознайте объем этого здания. Прочувствуйте, что находится в соседних помещениях. Какая температура. Возможно, какие-то вибрации. Возможно, вы уже можете почувствовать, кто в соседних помещениях находится. Осознайте границы этого объема. Делаем вдох. И увеличиваемся до размеров микрорайона, в котором мы находимся. Осознайте границы этого объема, этой территории. Прочувствуйте все, что находится в этом объеме, в этом пространстве. Осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. И это пространство находится одномоментно в вас. Делаем вдох и увеличиваемся до размера города или области, в котором мы находимся. Прочувствуйте границы этой территории. Осознайте все, что находится там. Вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. Каждая точка этого пространства, этого объема, и есть вы. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров страны, в которой мы находимся. И на выдохе заполните весь объем, все пространство энергией своей. Вы сразу одномоментно расширяетесь и находитесь в каждой точке этого пространства.
Делаем вдох. И вы уже континент. На выдохе ваша энергия заполняет каждую точку, каждый миллиметр, каждый атом этого объема. Осознайте, вы одномоментно находитесь в каждой речке, в каждой зверушке, в каждом дереве, в каждом живом существе, который находится в этом объеме. Ваша энергия заполняет весь этот объем. Делаем вдох, и на выдохе вы уже планета Земля. Осознайте всю величину и мощь этого пространства, этого объема. И вы одномоментно находитесь в каждом атоме этого пространства. Ваша энергия находится полностью в этом объеме, в каждой точке, в каждом фотоне. Вы та капелька в море, которая знает все о море. И вы воздействуете на все пространство, и пространство воздействует на вас. Делаем вдох, и вы уже целая Вселенная. Осознайте всю мощь, все великолепие того, кем вы являетесь. Вы одномоментно находитесь в каждой точке Вселенной. Вы та маленькая-маленькая песчинка во Вселенной, которая знает все о Вселенной. Понаслаждайтесь этим моментом. Посмотрите, кто находится вокруг, что находится вокруг. Увидьте источник энергии, источник творения. Вы часть этого источника. И вы пришли к этому источнику, чтобы взять ту энергию, которая нужна вам. Это источник высоких вибраций. Это источник божественной энергии, безусловной любви. Осознайте, что вы и есть часть этого источника. Сделайте вдох и осознайте, что эта энергия уже есть в каждой точке вашего пространства. Делаем вдох. И уменьшаемся до размеров планеты Земля. И почувствуйте, что эта энергия стекает с каждой точки планеты в ваш объем. Стекает и заполняет планету Земля. Энергия любви, энергия мира или той энергии, которую вы хотите для себя.
Почувствуйте, как она потихонечку начинает приобретать форму планеты, окутывает ее, заполняя одномоментно все-все пространство планеты. Увидьте, как планета Земля окутана энергией безусловной любви Творца, окутана энергией мира. И эта энергия заполняет все-все ваше пространство. Делаем вдох и уменьшаемся до размера континента. Почувствуйте, как эта энергия медленно, мягко заполняет пространство всего континента. Увидьте границы этого объема. И если где-то видите темные пятна или пустоты, направьте туда свое внимание и заполните этой энергией. Энергии любви, энергии мира, энергии творения, созидания. Кому-то нужна сексуальная энергия именно сейчас. Можно все сразу брать. Вам все можно. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров страны. Почувствуйте, как эта энергия становится плотнее. Как вы начинаете чувствовать эту энергию в каждой точке пространства. Может становиться жарко. Может появляться некий дискомфорт. Это говорит о том, что энергия уже встраивается в ваше пространство. Заполните каждую точку этого объема. Каждый миллиметр, каждый фотончик. Если вы где-то видите темные пятна или пустоты, направьте туда свое внимание. Усильте его для того, чтобы увидеть, что эти пустоты заполнены. Делаем вдох. И на выдохе уменьшаемся до размеров области или города, в котором вы находитесь. Осознайте границы этого объема. Почувствуйте, как ваша энергия становится более плотной, более концентрированной и наполняет весь объем этого пространства. Каждое живое существо, каждую травинку, все наполняет энергия любви, мира, творения, созидания. Делаем вдох и уменьшаемся до размера микрорайона. И понаблюдайте, как эта энергия становится еще более плотной. Вы начинаете уже ее чувствовать. Она уже рядом с вами, она уже в вас, вы и есть эта энергия. И весь микрорайон, в котором вы живете, наполняется этой энергией. Увидите, как все исцеляется вокруг вас, как все восстанавливается. Все заполняется этой энергией.
Делаем вдох и уменьшаемся до размера здания, в котором мы находимся. Прочувствуйте этот объем. Увидьте, как эта энергия встраивается в эти конструкции, заполняет каждый миллиметр этого здания. Это ваша энергия. Делаем вдох. И уменьшаемся до размеров комнаты, в которой мы находимся. Осознайте объем этой комнаты. Почувствуйте все, что находится в ней. Все это пространство наполнено вашей энергией. Вашей энергией любви, мира, сексуальной энергии. Все, что вам нужно на данный момент, все есть в этом пространстве. Потому что вы и есть это пространство. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров сферы. И вся энергия, которая нужна вам, приобретает уже формы, плотность. Вы уже чувствуете ее концентрацию. Делаем вдох и уменьшаемся до размера своего физического тела. Разрешите этой энергии войти в ваше тело и заполнить его. Понаблюдайте за своими ощущениями. Осознайте объем своего тела. Пошевелите пальчиками ног, рук. Поверните голову направо, налево, вперед, назад. Пошевелите плечами, телом, ногами. Осознайте, что эта энергия уже в вашем теле есть. Сконцентрируйте свое внимание на своем физическом теле. Прочувствуйте, равномерно ли она распределилась. Сделайте вдох. И на выдохе дайте себе возможность, команду распределить эту энергию по своему телу равномерно, чтобы каждая клеточка вашего тела была заполнена этой энергией, чтобы каждая клеточка, каждый атом вашего тела был наполнен энергией любви, мира, сексуальной энергией, с той энергией, которая нужна вам именно сегодня, именно сейчас. Почувствуйте объемы своего тела. Делайте вдох. На выдохе открывайте глазки. Поморгайте ими. Посмотрите максимально вправо, максимально влево, максимально вверх, максимально вниз. Еще раз поморгайте, повращайте глазками. И возвращайтесь здесь и сейчас. Все вернулись? Хорошо. Надеюсь, что все. Никто не остался во Вселенной.
Хорошо, как мы сделаем? Мы сейчас сделаем диагностики или сделаем сначала практику, а потом диагностику? Можете включить микрофончики. Говорите. Говорите. Кто включил? Я включил. Давайте практику. Потому что мало ли, может, немножко время потом будет. Практика? Хорошо. Да. Хорошо, давайте практику. Выключаем микрофончики. И пока мы в таком классном состоянии, раз мужчина говорит, будем слушать мужчину. Тогда закрывайте глаза. И снова погружаемся внутрь себя. Снова делаем дыхательный цикл. Вдох, выдох. Глубокий вдох, глубокий выдох. Глубокий, медленный вдох. Через нос. И максимальный выдох. Через рот. Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Расслабляем свое тело. При этом мы чувствуем его. Чувствуем руки, ноги. Чувствуем, что внутри нас. Чувствуем свои уши, волосы, каждый пальчик на ноге. Мы так часто избегаем этого. Просто бежим от себя, не ощущая своего тела. Продолжая дышать, осознавайте каждый кусочек своего тела. Ваши плечи, ваш живот, ваши бедра. Поизучайте чуть-чуть свое тело, осознайте его. Представьте себя в некоем пространстве. В пространстве, где нет никого и ничего. Где есть только я и вы. Где есть только вы и мой голос. Делаем глубокий вдох. И выдох. И представьте перед собой вашу цель. Какая у вас сейчас цель? Чего вы хотите? Посмотрите, какая она. Кто это или что это? Почувствуйте, как вам очень-очень хочется прийти к этой цели. Сделайте еще раз глубокий вдох, выдох. И проговорите этой цели. Ты – это я. Почувствуйте, что вы сейчас чувствуете. Это цель ваша мама. Проговорите. Ты
моя мама. И увидьте рядом с целью вашего папу. Потому что мы всегда идем к цели, это к своим родителям. И посмотрите рядом на фигуру папы. Скажите: «Ты мой папа». И почувствуйте, что происходит внутри вас. Посмотрите глаза маме. Посмотрите глаза папе. Найдите контакт с ними. Почувствуйте, что этот контакт найден. И скажите: «Мама, я так хочу прийти к своей цели. Я хочу получать удовольствие, но я запрещаю себе достигать того, чего хочу, потому что я до сих пор хочу быть маленькой девочкой или маленьким мальчиком для тебя. И я до сих пор испытываю страх, что ты меня не примешь таким или такой, какая я есть. Мамочка, я до сих пор нуждаюсь в твоей любви. И мне до сих пор кажется, что что-то внешнее даст мне эту любовь. Я возлагаю надежду, что мой партнер даст мне эту любовь. Но правда в том, мама, что кроме тебя мне никто не может дать этой любви. Ни мой мужчина, моя женщина, ни кто-либо извне. Только ты, моя мамочка. Сделайте глубокий вдох, выдох. И посмотрите в глаза папе. Скажите ему: «Папа, мне так не хватает тебя. Папочка, мне очень бы хотелось, чтобы ты меня принял такой или таким, какой я есть. Я до сих пор нуждаюсь, мои любимые родители, в вашей любви». Почувствуйте, что происходит у вас. Сделайте глубокий вдох, выдох. И проговорите своим родителям: «Я иду к своим целям. Я иду к своим желаниям. А на самом деле я очень хочу прийти к вам. И только когда вы будете в моем сердце, я буду иметь то, что я хочу. У меня будет все, что я хочу». Сделайте глубокий вдох, выдох. Посмотрите на своих родителей. Почувствуйте, что это те люди, к которым стремится ваше сердце.
посмотрите им в глаза. И почувствуйте, что именно это в данный момент, что вам истинно нужно. Это любовь вашей мамы и любовь вашего папы. Сделайте вдох, выдох. И скажите: мои любимые родители, я очень хочу прийти к вам. И представьте сейчас, что они стоят от вас метров 6-7. И вы начинаете медленно к ним идти. Делаете вдох и шаг. Делаете вдох и шаг. Если есть возможность, вы можете встать и сделать это физически, смотря прямо им в глаза. Делаете вдох. На выдохе выдыхаете все свои претензии, обиды. И идете к маме с папой. Через боль переступая, так и жил причину бед своих, не понимая, что со мной не так, будто мир мой враг. Где же в этой песне мой маяк? Только все пути ведут к родительскому дому, где отец и мать, и где все сердцу так знакомо, где мое тепло, где мое крыло, где всегда так тихо и светло. Хотел тебе во всем признаться, мама, что ты иногда словами оставляла шрамы. Только на тебя не держу я зла, отдала мне все, с чем ты жила. Папа, почему все годы жил, не замечая, сколько сделал ты, моей дороге не мешая? Силы образ мой, мой супергерой, самый мой надежный и родной. Слез и счастья замирая, как же я люблю вас до конца, не понимая, как благодарю, детям подарю, пронесу я им любовь свою. Да. И сейчас
Представьте, что вы уже пришли к родителям, обнимаете их. И все, что вам нужно в вашей жизни, вы можете взять у них. Это тот источник, который дает вам все возможности. Делаем вдох, выдох и возвращаемся здесь и сейчас. Получилось прийти к маме? Так, с папой. Включила все микрофоны, потому что я немножко их выключила, чтобы не мешали друг другу. Так, кто-то хочет дать обратную связь? Получилась надежда у вас прийти к маме с папой? Да, получилось. Многое у меня не получилось, потому что я нахожусь в палате. Мне, конечно, здесь нет наушников, мне приходится при шуме все слушать. Но ничего, кое-что поняла. А вот к маме и папе я пришла, я видела и папу, и маму, и их обоих обняла. Мама обнимала маму правой рукой, а папу левой. Они смотрели на меня. Я даже проплакалась. Правильно. Извините, мне трудно говорить, но вы понимаете. Да. Хорошо, благодарю. Очень хорошо. Хорошо. Ну что, настало время диагностик. Кто хочет что-то узнать? Провести диагностику. Если какие-то другие вопросы, да, спешитесь, напишите мне в личку, чтобы мы не в эфир это говорили, и мы выясним с вами все остальные вопросы. Но у вас не проработано ни мама, ни папа. И вы просто создали себе иллюзию, что это у вас все проработано. На самом деле, правда в том, что оно у вас стоит на месте и в очень плачевном состоянии. Поэтому вас Вселенная и бомбит. Mm-hmm. Для того, чтобы вернулись и поработали со своими родителями. Понимаете? Понимаю, да, понимаю. Поэтому иллюзия у вас есть, что у вас все хорошо, но на самом деле у вас с родителями вопрос не решен. Все, я понял, да. Это очень важно, контакт с папой. Даже важнее, даже можно в некотором плане сказать, чем для женщины. Потому что вы мужчина. А у вас... А когда у вас старт начинается? 20 числа. Ну, группа еще формируется, в принципе, да. Группа еще формируется. Давайте мы спишемся с вами и этот вопрос решим. Хорошо? Да, когда вам можно будет написать, да. Хорошо. Да прям сегодня напишите. Сейчас я немножко вот еще, потому у меня есть одно мероприятие, и потом я буду на связи. Хорошо. Спасибо. Хорошо? Вам большое. Я благодарен и всем спасибо. Угу. Благодарю всех девочек, да, и мальчиков, которые участвовали. Благодарю всех за участие. Надеюсь, всем было интересно. Ой, все получили интересно. Свои полезности. Да, Таня? Спасибо. Приходите к нам на газете «Основа». Вы сегодня, хочу сделать комплимент, вы сегодня так выглядите как-то по-особенному. Очень хорошо. Да, благодарю. Это спасибо. После танца сексуалити, кстати. А, кстати, вот что хотела сказать, что планирую со вторника, в понедельник у меня там на 8 мероприятий будет, а вот со вторника по 8 часов планирую именно делать практику танца сексуалити для того, чтобы заряжаться на целый день, и приглашаю всех присоединяться, потому что это очень круто. Благодарю. Так что присоединяйтесь в чате диагностика, у нас это все будет. Что дает это ритм крестцового отдела? Да? Это поднятие жизненной энергии сексуальной, потому что сексуальная энергия – это равно деньги, это равно творчество, вы сами понимаете, это равно жизненная энергия. И я расскажу там, как работать с желаниями.
сейчас я с вами прощаюсь и до связи. Благодарю всех, буду благодарна за комментарии, за отзывы, все, что вам понравилось или не понравилось. Это тоже хорошо. До свидания.